Делегация из корейского города Есан в составе 17 человек 14 сентября посетили город Видное в рамках международных визитов с целью развития дружеских отношений между странами и обменом опытом управления. В здании администрации района представителей делегации принял глава Олег Хромов. Он познакомил гостей с историей Ленинского района и его географическим положением. Важным моментом стал рассказ о предприятиях, находящихся на территории района. Отдельно о коксогазовом заводе, сыгравшем важную роль в основании города, и четырех крупных предприятиях, связанных с газовой отраслью. Также обсудили структуру управления нашего района, как избираются главы и советы депутатов поселений. О проходящей в последнее время оптимизации системы управления, направленной на экономию денежных средств. Был затронут вопрос о развитии транспортной инфраструктуры, строительстве автомобильных дорог и жилья. С этого года Московская область определяет вопросы градостроительной политики, то есть выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Обсудили приоритеты развития района. Это социальная отрасль, образование, культура, здравоохранение и спорт. Подробно Олег Хромов рассказал о женской баскетбольной команде «Спарт-НТК» и о мотобольной команде «Металлург». Самым крупным учреждением у нас является баскетбольный дворец спорта. И стадион, который называется у нас «Металлург». На базе нашего дворца спорта вот совершенно недавно проходил чемпионат мира по баскетболу среди женских команд. Также глава района рассказал о сотрудничестве с другими муниципалитетами Московской области. Встреча закончилась диалогом с взаимными вопросами. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.